поправили орудие ловли и продолжаем рыбалку. Собственно, видео не о ночной рыбалке на щуку, а о небольшой фишке, чтобы на остроге в итоге оказалась рыба. Снова смотрим момент удара острога щуки, и видно, что щука во время удара разворачивается на 90 градусов, и острога проходит мимо. И основная фишка – острогу перед ударом держать параллельно телу рыбы. На этом все. Удачной рыбалки и вкусной рыбы!